Итак, всем привет на моем канале. Я рад приветствовать друзей, подписчиков и просто зрителей. Хочу похвастать, с Алиэкспресса приехала очень полезная вещь. Давайте посмотрим, что приехало. Не буду тянуть кота за хвост. Сразу скажу, это держатель камеры на прицеле. Надо заметить, что продавец очень качественно упаковал упаковку. Вот все это было в пупырках. Ну, я ее вскрывал до того, как снимать видео, поэтому будет все очень быстро. Значит, на самом деле существует очень много вариантов этих изделий. С Алиэкспресса я купил такую штуку. Это классная качественная подделка, ну, скажем так, реплика на изделие G-Line. Ссылку на оригинал дам в описании. Ну и, естественно, на то, что купил, тоже покажу ссылку в описании. Что приехало? Давайте по очереди. Значит, приехала дистанционная кнопка записи. Ну, это, скорее всего, для каких-то андроидов, потому что мой iPhone этого не делает. Значит, само изделие. Само изделие — это такая вот, даже не знаю, сказать, гильза, не гильза, но это все дюралевое, хорошим покрытием, воронением, все на резьбах. Сейчас мы соберем это изделие, посмотрим, как оно работает. Значит, давайте еще раз. В комплекте у нас две гильзы, наружная и внутренняя, какой-то мешок, это, наверное, для хранения. Комплект капроновых винтиков М4, которые будут крепить наружную гильзу на самом прицеле. И, собственно, держатель, сам держатель смартфона. Значит, по картинкам на AliExpress это собирается примерно так. Так, это сюда. Нет, давайте сначала, наверное, смартфон закрепим. Так, у нас вот такая десятка, ну или смартфон X. Чем хорош X для этой цели? Он способен снимать видео со скоростью 240 кадров в секунду, а это есть шикарный режим для замедленной съемки. Так, проверяем центровку на Сейчас он меня узнает. Так. Вот у нас хорошая картинка в центре. В каком положении надо зафиксировать сам iPhone. Вот. А теперь это будет вставляться сюда. А это, в свою очередь, центруется. Давайте развернем вот так, чтобы это было сбоку. Вот, а эта штука крепится вот этими. Почему капроновыми? Потому что, дабы не попортить прицел, покрытие на прицеле. Потому что эта наружная гильза одевается прямо на прицел. Сейчас примерим. Сейчас посмотрим, как это будет смотреться на нашем Хоуке. На моей винтовке стоит прицел Hawk Sidewinder 6,5-20. Прицел собран на 30-й трубе. Нам не очень трудно уместить всю эту систему под камерой на столе, но я думаю, что в следующем ролике будут полевые испытания. Мы обязательно посмотрим, как это все работает в сборе. Сейчас это выглядит так. Наружная гильза переходника крепится непосредственно на объективе прицела. Сзади вот так вот при помощи винтов делается соосное крепление камеры телефона со зрачком объектива. И получается достаточно сносная картинка.
вот, с прицелом, в общем-то, через которую можно и целиться, и одновременно и стрелять, записывать видео или делать фотографии. Цена вопроса смешная, увидите на сайте. Рекламировать продавца не буду, потому что на самом деле очень много мест, где это продается. Дам ссылку на оригинальное изделие и дам ссылку на Алиэкспрессе на хорошую, ну, на мой взгляд, хорошую реплику, потому что сделано все из дюрали, красиво, с резьбами, в общем-то, все очень смотрится, по крайней мере, зачетно. Вот, до новых встреч. В ближайшее время, как позволит погода, сделаем полевые испытания этого крепления. Ну вот, на скорую руку прицепил прицел. Сейчас даже круг не настроил на полную катушку. Сейчас мы смотрим с балкона ночью на охраняемую стоянку. Дистанция приблизительно... Да что там приблизительно? Да метров 300-400, так на глазок. Вот 12-кратное увеличение сейчас включено на прицеле. Ну, так смотрится картинка. Давайте какой-нибудь более яркий увидим момент. Да, надо соосность настроить ручами ровненько, не полениться, и все будет хорошо. Ну, так смотрится ночью стоянка через прицел.